Александр Козлитин сегодня у нас в гостях. А тебя кто научил играть на гитаре? В 12 лет родители купили дом, и отец залез на чердак, и там снял гитару с чердака. Ну, это была не гитара, наверное, доска со струнами. И я пошел к старшим ребятам, говорю, настройте меня и научите играть на гитаре. Ну, давай, что мы сегодня споем? Я куплю тебе новую жизнь. Ну, давай. Я куплю тебе новую жизнь, лишь бы ты была только моей. Я к ногам твоим брошу весь свет, ничего не жалея тебе. На руках я тебя отнесу к алтарю нашей вечной любви. Я тебя у других украду, там нет места твоей красоте. Хочешь сердце, я сердце отдам. Хочешь душу, я душу продам. Если крови захочешь, то пей. Для тебя ничего мне не жаль. Может быть, я стою на краю. Может быть, значит, это судьба. Твой портрет на груди наколю. Все, что хочешь ты, все для тебя. В белом платье ты пены нежней, ты как белая птица. Боже мой, как я счастлив теперь, ты моя навсегда, навсегда. Я куплю тебе новую жизнь, все к ногам твоим брошу сполна. В моей жизни ты будешь одна, ты любовь моя вечно жива. Я куплю тебе новую жизнь, все к ногам твоим брошу сполна. В моей жизни ты будешь одна, любимая. Спасибо. Спасибо. Разорвал душу. Спасибо. Ну, вообще, нужно сказать, что дворовая песня очень рядом идет с армейской. И сегодня у нас в гостях Андрей Ребенко, солист группы «Адреналин».